Сотрудники Центральной универсальной научной библиотеки вместе с учениками ивановских школ решили полистать страницы истории и вспомнить события Великой Отечественной войны. Специально к мероприятию была подготовлена красочная презентация и выставка книг, изданных в военные годы. Библиоурок был посвящен Дню Победы. Сотрудники библиотеки провели его в форме познавательной викторины. Вопросы выбрали несложные. Какая страна напала на Советский Союз? Когда это произошло? Кто стал верховным главнокомандующим вооруженных сил страны? К сожалению, даже такие вопросы некоторых школьников поставили в тупик. Мы уже буквально вчера встречались с другими ребятами, к большому нашему ужасу и сожалению поняли, что самые простые вопросы для них вызывают трудности. Например, какая страна напала на Советский Союз в 1941 году? Вы знаете, были разные варианты, не говоря уже о дате окончания и начала войны. Очень стыдно, очень страшно.